Всем пятница. И, товарищи, знаете, вот сегодня, вот именно сегодня, 30 июля, ну, уже просто грешно. Вот грешно не встретиться вечерком, а можно даже с утра, если вы не на работе, и не выпить горячительных, увеселительных напитков. Потому что, знаете ли, величайший день сегодня, я даже вот, вот честно-честно, без бла-бла-бла, день шикарнейший. День этот, он был международный, сейчас одну минуту, да. Международный день дружбы, я как всегда законспектировался, 30 июля, Международный день дружбы. Ну и извините, у каждого, слава Господу Богу, я знаю, пятницу слушают только хорошие люди, есть, конечно же, друг, подружка, ну, люди, с которыми, ну, ну что говорить, святые эти люди, особенно мои друзья, они святые люди, сколько они натерпелись, сколько они наслушались, Господи, что говорить? Знаете, я сегодня вот сразу же после того, как закончу свои гениальнейшие эфиры, я бегу поздравлять своих друзей и буду принимать поздравления от своих друзей. Берегите, честно, берегите этих людей, потому что поковыряйтесь в себе и поймите, что вы не такой-то уж и красавчик, как вам хотелось бы думать. И что внутри у вас-то есть НЭГ. А люди что терпят? А люди что любят? А люди, что сутками созерцают, и вот это поздравляют с днем рождения, похмеляют, волнуются, выжили ли вы, все ли с вами хорошо. Честно, вот, ну, любите не себя в искусстве, а искусство в себе. Любите все-таки не себя для друзей, а друзей, которые возле вас, говнюков. А мы, ну, все мы люди не без этого. Поэтому, товарищи, честно, я лично даже обижусь. Если сегодня мне с 5 до 7 вы не будете звонить, не будете благодарить своих святых друзей, а вечерком не сделайте какое-нибудь памятное видео, не сбросите на страницу пятницы о том, как вы отметили вот это все, да, с дружбанами своими. И, конечно же, благодарочка, друзья мои хорошие, у меня вас очень мало, но я безумно вас люблю. Жду ваших звонков и спасибо, что вы есть.